вами, и мы сделаем не только 7500 на этих рынках. Как сказал Артем, нас ждет весь мир. Нас ждет весь мир, потому что все только начинается. Будущее для ЛР начинается прямо сейчас. Вчера я написал президенту Марко Риделу, мы с ним познакомились во время путешествия, письмо. И мне тут же пришло письмо в ответ. Я ничего не понимаю по-немецки, но Google мне перевел. Google мне сказал: друзья, простите, но с 21 декабря по 6 января мы вообще не будем открывать электронную почту и отвечать на мобильный телефон. Оставьте нас в покое, мы хотим немножко отдохнуть. Но это я придумал уже. Там написано, что как только будет возможность, мы вам после этого ответим. Ребята, эти люди на 5-й год стали платиновыми лидерами организации. Они из ГДР. У них никогда не было опыта в бизнесе, как только ГДР объединилась с Германией. Вы знаете, этот человек, эта семейная пара сейчас является президентами компании. Они абсолютно финансово свободны. Этим людям не нужно заглядывать в свой офис, считать баллы, закрывать месяц. Они не волнуются, что у них произойдет 25-го, 26-го, будут ли у них бонусные линии. Они не беспокоятся за свой чек, за свою квалификацию. Они ни за что не беспокоятся. Они финансово свободные люди. Они могут уехать на 2 недели в закрытие месяца. Им пофиг, что будет происходить с их товарооборотом, потому что они знают, он будет расти, разговаривая с этими людьми. Их оборот, точно так же, как оборот Хольгера Куната, каждый год растет. И растут чеки. Это основа вашей стабильности. Вот ради чего мы живем. Чтобы могли поставить такой автоответчик и уехать, неважно, закрытие месяца, открытие месяца, что-то еще. Но это не сейчас. Это лишь после того, когда ваш бизнес стабилизируется как коньяк. После того, когда вы используете все то, о чем мы здесь говорим сегодня. Я вас поздравляю, всех тех, кто движется к финансовой свободе, с ЛР, с Фабрикой 21. И в самом конце я хочу сказать огромное спасибо. Это был один из самых счастливых годов моей жизни. Я хочу поблагодарить моих партнеров, спонсоров, всех вас. Друзья, я вас люблю, обожаю. Это просто фантастика! Знакомством, я горжусь. Я у них много учусь. Когда Филипп Робьяр приезжает, он говорит: я купил ремень Cartier, мне сразу хочется бежать в Cartier. Когда он говорит: я поехал в эту страну, мне сразу хочется.